Ассалому алейкум барчаге, всем здравствуйте, ребята. Бугун бізді бурезеттінші дарс. 107 урок. Вам мавзуимыз, тема наша, сложные предложения с союзами. Яни, біз мураккаб гапларны башлаяпмыз. Улардагі боғлаучылар. Яни, одди гапларны біламыз. Например, я пришла на работу. Мен ішке келдім. Он мне позвонил. У менге қоңырау қылды. Ана енді шундай содды гапларны қошып, қандайдыр мураккаб гап қылмақшы болсак, ікіте содды гапны союз улайды. Союз бу боғлаучы. Шуларды көріп чығамыз. Бүгін бізді потому что, так как, поэтому союзларыны көріп чығамыз. Яни, боғлаучыларыны. Почему савалыге, яни, немаге сабабыны сорамақчы болсак, почемуны шлетамыз. Есіңізді болса, зачем есе, бұл мақсатке ниспатан немаге. Почему, яни, сабабыны білмақчы болсак, немаге деп савал берамыз, ва жавабыды потому что, чунки, так как, тоже чунки, ва поэтому, шунин учун. Шуларны көріп чығамыз, қайсы қолетті қандай қылып іштәтіләді. При каком условии, кейінгі мавзуымыз бұ, при каком условии, яни қандай шарайтты, қандай мұхит болген маңасы да, если, или же если бі. Агер, агер бұнақы болгені да, бұнақы боларды. Агер ертігі емір яқсы, тап дам олеман. Яни қандайдыр қолетлеріні тарифлаймыз. Почемуны көріп шығамыз? Почему, яни, немаге, ва жавабы да, потому что. Результат и причина, яни, бірінші, натижаны айтамыз, кейін сабабыны айтамыз. Он не пошел на работу, потому что заболел. У ішке бормады, потому что чунки кәсал болып қолды. Яни, натижасы ішке бормагены, ва потому что заболел, бұ сабабы. Яни, он не пошел на работу, точка. Яни, у ішке бормады, нұқта қысыген бізі түшінамыз. Натижасы бор, бормады. Лекен біз сабабына айтмақшымыз, потому что заболел. Яни, шу ерді мана боғлаучы болып келді. Агер боғлаучы болмагені де шу ерді, кіте гәп болады. Он не пошел на работу, точка, он заболел. Унды кіте оди-оди гәп болып қолады. Потому что гәпімізі чырайлы бой қылып көрсетеді. Кейінгісі бізді так как. Бұнда наоборот, смотрите, причина и результат. Қарай, потому что да результат нәтиже бірінші еді, ва сабап кейін еді. Так как-ті бірінші сабап кейін есі нәтиже. Так как он заболел, он не пошел на работу. Кәсал болғаны үчін, кәсал болып қолғаны үчін, ұй ішке бармады. Яни, так как, мана өзідан кейін сабапны келтірадым. Фарқы немеде десенгіз, так как хоқласы гапны башыды, хоқласы ортасыды келі олады. А потому что есі мураккаб гапларды икінші қысмыды келіші шарт. Икінші қысмыды. Яни, гапны башыды потому что келі олмайды. Келіші мүмкін, агер қысқа қанақадыр жаваплар болсы. Мәселен, почему ты не пришел? Немеге келмедің? Потому что заболел. Адди, жавапты потому что заболел. Яни, чүнкі кәсал болдым деп, қысқа жауап бермақчы болсаңызгені келіші мүмкін. Лекен, гәпні башыды келі алмайды. Так как кесі хоқласы башыды келеді, хоқласы ортасы деп. Ең асасысы, так кәктен кейін қандайдыр сабапны язамыз. Чүнкі, деп, ішчүнтірамыз. Следующий, поэтому, шының үчін, причина и результат, так как оқшиды, яни, сабап ва натиже. Он заболел, и поэтому не пошел на работу. У кәсал болып қалды, шуның үчін, у ішке бармады. Шуның үчін. Бұй ерді қам, ұшы так қаққа оқшайды. Бақыт шуның үчін. Например, сегодня мы сдали экзамены, поэтому завтра отдыхаем. Яни, бүгін біз емтихан тапшыдық, шуның үчін ертеге дам оламыз. Вот, поэтому обязательно составьте свои предложения. Узингизны, гяплярингизны, харбур, шубоглы, учебран, тузыпчыкин. Почему? Точно так же. Потому что, так как поэтому. Умуми корпчикам сена бербор. Потому что, мана, он не пошел на работу, потому что заболел. Атиче ва сабаб. Так как. Так как он заболел, он не пошел на работу. Сабаб бошда. Яни, так как, блин, поэтому, ухшаб кетада. Конечно же, теперь ваш звездный час. Поставьте вместо точек слова «потому что» или «поэтому». Яни, нухталярны орыдгесіз, яки «потому что», «чунки», яки
поэтому шуның үчінні қойшыңыз керек. Масалан, Анна много занимается, хорошо говорит по-русски. Яни, Анна жүдейін көп шуғылданады, енді бұй ерге чүн кеймі, шуның үчін мі? Хорошо говорит по-русски. То есть, Анна много занимается, поэтому хорошо говорит по-русски. Поэтому, потому что има чунки, хорошо говорит по-русски. Коп шоуленгяны учун у русстеля дэ яхши гэпрады. Чунин учун, яни сабабы шу. Да? Анна много занимается, поэтому хорошо говорит по-русски. Агер потому что на койгэмзэ нэма болярдын, канака тарджима болярдын. Анна много занимается, потому что хорошо говорит по-русски. Яни яхши гэпрыгяны учун, у коп шоғылланады, наоборот боп қолады. Шуның үчін, бұ ерді коп шоғылланган үчін, деген манады келіші керек. Остальны вы сами сделайте обязательно и напишите в комментариях ответы. Хар бірін өзіңіз бажарып, изоқларды жауабыны язып қолдырын. Здесь тоже закончите предложение, яни гепларын тугачыңыз керек, өзіңіз язып. Преподаватель медленно читает текст, потому что... Яни, өзіңіздің мысалыңыздың ашыңыз керек. Яни, оқытушы секен матынны оқыяпты, чүнки, нема, да, или потому что, чүнки, сабабыны осамыз. Бұ ерді өзіңіз гәплер тұзып қоясыз. Ана енді при каком условияны көріп чықамыз, яни, қандайдыр халатларын тарифламақчы болсайк. Агер реал болса, реалны, да, если білен береміз, агер. Агер нымадыр болса, нымадыр болады. Яни, болады ген нәрсені айтамыз. Онда сіз, если бірінші қысымы болады, агер қысымы болады, ва ондан кейінгі икінші қысымыда, яки келесі заман, яки хазіргі заман болышы керек. Будуше или настоящее время. Если завтра будет хорошая погода, мы поедем на дачу. Агер ертеге обухава яхшы болса, біз үші дамалышке барамыз. Этібар берің, бірінші қысымыда агер, келесі заманды, агер яхшы обухава болса болген үшін, бұй еріда хан, келесі заман болады. Яни, агер білен ва кейінгі қысымыға қарымыз. Тоны қоқласаңыз қошасыз, қоқламасаңыз қошмайсыз. Лекен нереальны болса, яни болмайдыген іш болмайдыген болса, онда бұйны қошамыз. Фақат бұй чиститсасы икті қысымыдан болышы керек. Если бы, агер шынақы болса еді, нымандыр болярды. Икенші қысымыда хан бұйны қошып, фақат өткен заманда фейл келіші керек. Масалан, если бы у меня был ваш телефон, я бы позвонил вам. Агер менді сізні рақамингіз, енді бұй ерді телефонды рақамын айтыптым. Агер менді сізні рақамингіз болгені де еді, мен сізге қоңғырау қылген болар едім. Яни, өткен заманды. Агер, мәселен, кече айтгәліңді еді, мен келар едім. Шуны изоқларды тарджимасын язып қалдырын. Яни, болмайдыген, өтіп кеткен, яки қанақадыр хайоларымызды. Агер, мен айге өткенімді еді, яки айге барғанымді еді, немедір болярды. Яни, яки өтіп кеткен нәрселер, яки қандайды тасавурымыздығы нәрселеріні айтмақчы болсак, если бұй білен айтамыз. Фақат бұйысы кетті барды болын, ікіті қысымында хан болышы керек. Лекен рус тілінде тез гәпірі өткеніңізді, мәне шу ікінші қысымыдагі бұй, фейлден кейін хан беймілал әтсәңіз болады. Мәселен, если бы у меня был ваш телефон, я позвонил бы вам. Я позвонил бы вам. Ең асасысы шу бұй қоп кетмесін, яки шу оттан кейін берасыз, бұй ерденде алмаш бұп кейген. Ва, яки фейлден кейін бершіңіз керек. Позвонил бы. Я бы позвонил вам, или я позвонил бы вам, деп ішлетасыз. Ең асосиси, кита қысымында хан бұйны қоямыз, ва өткен заманда фейл болышы керек. Здесь, конечно же, ваш звездный час. Составьте сложное предложение с союзом «если». Агер бағылучысы білен, гепларыны тузин. Мәселен, завтра у нас будет свободное время. Точка. Мы пойдем в парк. Ертеге бош вақтымыз болады, нұқта, біз паркқа барамыз. Нұқта, енді бұны үләшіміз керек. Если білен, агер білен. Если завтра у нас будет свободное время, мы пойдем в парк. Қарен, нұқтарыны орныңге біз вергіл қойып, бұй ерге агерні қойды үшінде
qiyinlashtiramiz. Oddiy sodda gap bo'lib qolmaydi-da, da murakkablashgan gap bo'ladi. Xuddi shunday qilamiz, masalan, Я сделаю домашнее задание, вечером я пойду гулять. Ya'ni men uyga vazifani qilaman, kechqurun men aylanishga boraman. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkin, agar men uyga vazifani qilsam, kechqurun aylanishga chiqaman, boraman. Значит, если я сделаю домашнее задание, я вечером пойду гулять. Я вечером пойду гулять. Bu yerda vechirimni keyin qo'ysak bo'ladi, chunki ulaymiz. Вот. Farqi yo'q. Ya'ni rus tilida shunisi yaxshi, shu joylarni, aynan vechirim vaqtlarini xohlagan gapni joyiga qo'ysangiz bo'ladi, boshiga, oxiriga. Вот. Qolganini o'zingiz qilasiz va izohlarda yozib qoldirasiz. Остальное обязательно сделайте и напишите в комментариях. Следующий у нас тоже образец есть, мысол бор. Вы поедете на экскурсию? Да? Да, если будет хорошая погода. Ya'ni ekskursiyaga borasizmi? Ha, agar ob-havo yaxshi bo'lsa. Ana endi shuni если bilan beramiz. Если будет хорошая погода, мы поедем на экскурсию. Agar ob-havo yaxshi bo'lsa, biz shu ekskursiyaga boramiz. Bu yerda ham birinchi siz qisqa qilib javob berishingiz kerak. Ha, boraman, yo'q, bormayman va если bilan, ya'ni agar bilan gap tushishingiz kerak. Вы поедете на родину в июле? Ya'ni o'sha vataningizga iyulda borasizmi? Javobida qisqa qilamiz da или нет. Да, если будет хорошая погода. Или же да, если я сдам экзамены. Masalan, siz talabasiz, iyulda uyingizga qaytishingiz kerak. Да, если я сдам экзамены. Да? Endi umumiy qilib, если я сдам экзамены, я поеду на родину в июле qilib ulaymiz. Tushundingiz, a? Bu yerda qarang, da deganingizdan keyin yesini sababini aytasiz, a umumiy qilib aytsangiz, sababini boshida aytib, keyin bemalol gap tutsangiz bo'ladi. Точно так же делаем и пишем в комментариях. Следующее, ответьте на вопросы. Savollarga javob bering. Что вы делаете, nima qilasiz? Если хотите послать телеграмму или почту какую-то, да, письмо. Или же, ya'ni nima qilasiz? Agar siz qandaydir o'sha xat jo'natmoqchi bo'lsangiz, Telegramda, pochtadan nimadir jo'natmoqchi bo'lsangiz. Что вы делаете, если хотите купить журналы и газеты? Agar shu gazeta, jurnal sotib olmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Что вы делаете, если хотите посмотреть новый фильм? Siz nima qilasiz, agar yangi film ko'rmoqchi bo'lsangiz. Что вы делаете, если хотите хорошо сдать экзамен? Agar imtihonni yaxshi topshirmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Например, если я хочу посмотреть новый фильм, если, mana olamiz, если я хочу посмотреть новый фильм, я зову друзей. Да? Например, точно так же. Если я хочу хорошо сдать экзамен, я очень хорошо готовлюсь. Ya'ni tayyorlanaman. Siz o'zingizni, gapingizni izohlarda yozib qoldiring. Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bugun biz sizlar bilan sabablarni ko'rib chiqdik. Ya'ni почему, nimaga savoliga sabablarda chunki, shuning uchun deb javob berishlarni ko'rdik. Va undan tashqari har xil holatlarda agar deb gap tutsak bo'ladi. Если yoki nerealni bo'lsa, если бы, да? Если бы yoki просто если. Siz ham har bir bog'lovchiga, har bir o'sha союз deymiz rus tilida, har bir bog'lovchiga gap tuzib, izohlarda yozib qoldiring. Shundagina esingizda qoladi. Ya'ni fe'llarni olasiz, bog'lovchilarni olasiz va gaplar tuzasiz. Надеюсь, вам было все понятно. Hammasini tushundingiz degan umiddaman. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, izohlarda savollaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Если вдруг вам что-то непонятно, обязательно пишите свои вопросы в комментариях. Или же у нас есть телеграм-канал «Рус тілі і брат». Подпишитесь обязательно. Bizning telegram-kanalimiz bor, «Рус тілі і брат». U yerda ham xuddi shu darslar va savollaringizni bersangiz bo'ladi. Всем большое спасибо, до скорой встречи. Hammaga rahmat, urushguncha.